В Страстной неделе столько же забот. Из понедельника прочистка по киоскам. И не куда-то в храм Христос войдет, прилавки опрокинет и мамону сбросит. Порушенное выстроят опять и восстановят крепче, чем дочистки. Церковная мамона не уходит вспять, бичи Христа недалеко, а близко. Засохшую смоковницу украсят бижутереи, мумии монахов. И будут восхвалять того, кто распят, ни грамма и ни капельки нет страха. Ажиотаж воскресный позади, осел беспривязный пошел по огородам. Варавва старый в камере сидит, владыка мира будет в среду продан. Востребован по средам друг Иуда, земля горшечника не продана еще. Вино таинственное каждый чуть пригубит пред предстоящей встречей с палачом. Четверг страстной, омытие грязных ног, так и пошел в историю, как чистый. Варавву смертно защемило строк, потом он вырвется фашистам, коммунистам. Не терпит промедления коварства, предатель входит в непроглядный мрак. Вино отныне будет в вышнем царстве, нам на молитву в сад давно пора. От света факелов, дымящих папиросок, первосвященник выпалил свое НКВД. Не выпустят, фамилию не спросят, вся пятница в одной сплошной беде. Но день субботний промелькнул, землетрясение, восстание мертвецов. Христос воскрес, тысячеголосый гул, уверовавшим рубище заменят на весон. 15 апреля 2006 года.